Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Портрет офицера кавалергардского полка Храповицкого. Неизвестный художник. 1809-1810 годы. Холст Масла. Работа находится в Русском музее. Иван Семенович Храповицкий. Тайный советник. Нижегородский и Санкт-Петербургский гражданский губернатор. Из юнкеров коллегии иностранных дел переведен эст-юнкером в кавалергардский полк. 12 января 1804-го произведен в корнеты, в 1805-м в поручике, а в 1808-м в штабс-ротмистры. Принимал участие в сражении под Аустерлицем, за что был награжден орденом Святой Анны IV степени. 8 декабря 1810 года Храповицкий по болезни уволен со службы в чине ротмистра. В 1812 году поступил подполковником в Московскую военную силу. Это иррегулярные воинские формирования, организованные для защиты России от наполеоновских войск в Отечественной войне 1812 года, из которой уволен в 1814 году. В 1818 пожалован камер-юнкером с переименованием в надворные советники, определен Московский архив иностранной коллегии. Переведен ведомством министров финансов 5 июля 1820 года, а в 1821 году назначен Орловским вице-губернатором с производством в коллежские советники. В 1824 назначен Московским вице-губернатором. В 1825 произведен в статские советники. 3 апреля 1827 назначен Нижегородским губернатором. В 1827 произведен в действительные статские советники, а в 1829 переведен на ту же должность в Санкт-Петербург. Был петербургским губернатором с 1829 по 1835 год. Его предшественником был Александр Михайлович Безобразов, преемником Михаил Николаевич Жемчужник. Был женат на дочери отставного бригадира Екатерины Александровны Ханеневой, имел от нее сына Семена и дочерей Наталью, Марию и Александра. Ну вот так вкратце о картине неизвестного художника, портрет офицера кавалергардского полка Ивана Семеновича Храповицкого. Работа находится в Русском музее. Пока-пока, до свидания.